Здравствуйте! Вы на канале «Готовим с любовью». Сегодня мы готовим очень вкусное блюдо – запеченный карп с картошкой. И основное блюдо, и гарнир – все вместе. Очень эффектное, вкусное и сытное блюдо. Рекомендую приготовить. Несложно готовиться, 40 минут, и целая тарелка еды у вас на столе. Готовьте на здоровье! Для ужина мне нужны будут следующие продукты. Карп очищенный, жабра достала. Внутренности вынула, промыла несколько раз, просушила бумажным полотенцем. Вес карпа очищенного уже 900 граммов. Соль, перец добавляем по вкусу. Один лимон, две моркови, одна крупная луковица и 2 столовые ложки майонеза. Для начала берем крупную луковицу. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем лук, слегка обжариваем. Морковь натираем на крупной терке. К слегка обжаренному лучку добавляем натертую морковь и обжариваем все вместе. Теперь берем половину лимона, откладываем половинку одну в сторону, вторую нарезаем полукольцами. Морковь с лучком протушили слегка, посолили, поперчили по вкусу и готово. Зажаривать не стоит. Ну, теперь смотрите, что мы дальше делаем с карпом. Поливаем соком лимонным. Дальше добавляем соль и перец по вкусу. Нужно хорошо вот так посолить карпа. Очень вкусная рыбка. Я карпа обожаю. Поперчили внутри и снаружи. Теперь наносим майонез на рыбку с одной стороны. Хорошо вот так вот. Намазанной стороной рыбку переложили на противень. Я его застелила пергаментной бумагой. Теперь выкладываем обжаренную морковь с лучком в брюшко. Духовочку уже включила разогреваться. Теперь делаем надрезы на карпе. Дальше присаливаем немножко еще. Именно в надрезы вот так попадаем. Добавляем чуточку черного молотого перца. И, конечно же, майонез. Нам очень нравится эта курочка с майонезом. Оставшийся майонез пойдет у нас на картофель. Сейчас все вам покажу. Так карпа запекает моя мама. Получается очень вкусно. Единственное, что я добавила, это дольки лимона. На гарнир у нас будет картофель. Берем 400 грамм очищенного картофеля. Нарезаем кружочками, ну, слайсами. У меня мама всегда возле рыбы запекала картофель. Было очень вкусно, мы его обожали. Духовочку я уже включила разогреваться. Не слишком толсто нарезаем. Картофелю добавляем оставшийся майонез, это где-то столовая ложка. Также добавляем черный молотый перец немного.
Добавляем соль по вкусу и сладкую паприку. И все хорошо перемешиваем. Вот такой простой гарнирчик, но очень вкусный. Выкладываем картофель вокруг рыбки. С одной и с другой стороны. Карп поставим в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень. Режим запекания вверх-вниз. Рыбка с картофелем запекались в духовке 35 минут. Подождали, пока немножко остынет карп, и теперь мы выкладываем картошечку. Скажу вам сразу, картошка моя любимая. Мы так ели всегда в детстве. Вкусная, нежная. Кто-то скажет калорийная. Ну да, калорийная. Это праздничное блюдо, поэтому стоит приготовить. Все гости будут в полном восторге. А очень удобно готовить и основное блюдо, и гарнир. Все вместе. Как же подаем? Значит, посыпаем готовое блюдо зеленым луком, крупно нарезанным. Всем приятного аппетита. Готовьте на здоровье вкусное, полезное и очень сытное блюдо. А главное, готовиться несложно. Как же я люблю рыбу. Запеченную, жареную, тушеную. Ну, просто обожаю. Как же вкусно. Рыбка, вы посмотрите, сочная, нежная. Просто обедение. А как же в детстве мы с Анжелой любили картофель. Мы его обожали просто. Он всегда у мамы получался с корочкой, как у меня. Ну, вкусно, все вкусно, несложно. Приготовит каждая хозяйка. Но рыбка просто обедение. Смотрите, сколько сока. Очень нежная. Готовьте, ваша семья будет в полном восторге. Рыбка – это всегда вкусно и полезно, тем более запеченная в духовке. Готовьте на здоровье проверенный рецепт, рецепт моей мамы. И рыбка всегда вкусная, и картошечка с хрустящей корочкой, мягкая внутри, румяная. Готовится так же, как и рыбка. Все мягко, все вкусно, все сочно. Желаю всем удачного приготовления, и пусть ваш праздничный стол будет самым красивым и самым вкусным. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!